Всем привет, это СБ 1813 или просто Саймон. Продолжаем реакции. Вот, как я и говорил в предыдущей, если кто смотрел, будет несколько реакций на японские группы. На очереди группа Slot Read, если я правильно сказал, и трек Rebels. Он вот на днях только вышел. Я специально его не смотрел, вместе с клипом, естественно, оставил для реакции, что хочу сделать сейчас. Про группу Slot Read я тоже, в принципе, достаточно давно знаю, но, опять же, как давно. Они не такие давние, как, может, какие-то другие группы, которые я уже обозревал. Вот, поэтому сказать про них прям много особо нельзя. Они, как мне, может, казалось, а может, нет, тоже были в жёлтой тусовке, но после перешли в такой более обычный стиль. Опять же, вот по фотке, например, можно это наблюдать, что тут уже нет Visual Kei, то есть тут больше, вот как я все время говорю, больше как Crystal Lake или кто-то похожие группы. В плане, что они играют, у них достаточно тоже интересное музло, то есть сложно, да, обозвать это отдельным жанром, но можно сказать, что это что-то такое плюс-минус прогрессивное, джентовое, да, по крайней мере, то, что я опять у них слышал. Вот, посмотрим, что они сделали. Это, как я понимаю, их новый трек, вот. Если нет, то сорян, но, по-моему, новый. Так что давайте сейчас посмотрим, вот, что же они там такого наделали. Вот, вообще у меня о группе достаточно хорошее впечатление, так что, надеюсь, не разочарует. Поехали смотреть. Какое странное начало сейчас было. А вот эти ребята уже в низах. В плане гитары в низах. Вокалист там офигенный, я помню. Ну да, кстати, это прям вот тот самый Slot Read. Очень крутой вокал. Ну да, как я и сказал, они такие преджентованные, но звучит пока хорошо прям. Ну вот это, кстати, достаточно красиво выглядит на красном фоне. Такие четкие нолики, качественные. А вот это было похоже на Crystal Lake, прям очень сильно, кстати. Кадры с клипа. Очень круто у них гармонирует вокал, вот этот мега-высокий. С очень... Ну, такой красивый бас. С очень низким строем. Строем гитар, вот. Японцы, которые играют на мой язык, странные, но я не осуждаюсь. Потом расскажу, почему. Клип выглядит, кстати, очень пока прям хорошо. Пока мне прям все нравится. Thank you.
этот эффект гитар очень клево звучит. Приятная песня очень. Очень хорошо, да. Так, ну что, вот посмотрели мы клип и послушали трек Rebels у группы Slot Read. Что я могу сказать? Мне очень понравилось. Прям вот, опять же, то, что я от них ожидал, я, в принципе, получил. И можно даже сказать немного побольше, потому что... Но они играли до этого тоже такой... прог-метал, прог-метал-кор, да, как это призвано говорить, вот этот джент, как все любят говорить, но у них все равно были такие достаточно странные ходы, а были прям такие более японские, наверное, треки, если кто поймет. Вот, а этот трек, он прям, ну да, то есть из вокала вот это все, это прям слышно, что это японская группа, но при этом, если, например, вокал убрать, то это прям будет такая вполне себе... годный прог, вот, то есть гитары очень хорошо звучат, там бас, ударка, все это сведено, ну, лично для меня прям очень качественно и хорошо, то есть очень приятно было слушать. Также у них очень прикольный эффект был под конец клипа, например, тоже вот на гитарах я прям закайфовал. Ребята очень круто играют, также я говорю, что вот они отошли от Visual Kei, но они там особо и не были на самом деле, я помню, у них только один клип, где они такие... плюс-минус нарядах, здесь они уже выглядят так, просто как модные пацанчики, да. Был даже пару раз, были моменты, которые похожи на старенькие клипы Crystal Lake, но, в принципе, неудивительно. Мне кажется, им там кто-то просто, тот, кто делает клипы, эти эффекты добавляет и так далее. Или один и тот же, или из каких-то похожих просто компаний. Но как бы это так, это не минус, выглядело на самом деле все равно все очень круто. Вот, что я говорил насчет майонез, если что, это гитара так называется, да? Обычно японцы любят играть на ESPL, TD, Ibanez и вот таких гитарах. То есть я, честно, даже не припомню, кто вот именно играет на мазиках. Но при этом как бы звучит все хорошо, как бы, нет, гитара-то хорошая, просто обычно японцы вроде другой любят. Ну, нет, все круто, опять же, мне понравилось, прям балдеж, что вторая... реакция подряд, прям такая очень крутая. Они, блин, ну, не знаю, наверное, нельзя сказать, что они похожи на Tesseract, но у них есть немножко вайб такой тоже тессерактовский в том плане, что вот они вроде играют достаточно тяжелую музыку, если, например, брать вокал, да, то есть у них там пониженный строй, там все дела, но при этом из-за вокала вот этого очень мягкого и все равно это как-то все звучит, что ты слушаешь не какой-то там металл, да, или долбежка, а вот именно прям красивую просто музыку. Ну, такое вот музло мне сейчас очень, например, нравится. Так что всем любителям прога, да, и вот таких вот групп советую их послушать. У них вроде не так много песен, к сожалению, но зато они все качественные и прикольные. Так что вот такие дела. Короче, Slot Read от меня большой лайк. Я на самом деле ждал, что они сделают хорошо, потому что я боялся вдруг, что там будет что-то. Ну, вдруг не случилось, поэтому и фиг с ним. Так что вот. Всем спасибо, кто посмотрит эту реакцию. Все ссылочки в описании. И нравится, не нравится, сами все знаете. Вот, ну что, Slot Read, мое почтение. А я пошел. Всем пока.